Всем привет, с вами я, Наталья Куткова. И сегодня у нас с вами прогноз на 26 сентября 2024 года. Давайте посмотрим, что за прогноз и что нас ожидает именно 26 сентября 2024 года. Что за карту, либо старший аркан достану я. И какие рекомендации у нас с вами будут в этот день. Так, карта дня, Верховная Жрица, которая полна, да, загадок, тайн. И снова в этот день надо вытворять женскую энергию. Женская энергия состоит из интуиции. Необходимо ее развивать, прислушиваться к знакам Вселенной, да, что дает свыше, да. Обратите внимание на интуицию, на внутреннее чутье. Перестаньте сомневаться в себе, в своих решениях. Эта карта также ведунья. А кто такая ведунья? Это выдающаяся, знающая, понимающая мир вокруг и себя. Как часть этого мира, она разговаривает с пространством на родном языке. Она не просит кого-то объяснить знаки, которые видит, или дать совет, как ей поступать. Сегодня прекрасно подойдут ритуалы, практики, если есть возможность, если планировали самое время, а также общение с природой. Пообнимайтесь с березками, проходите босыми ногами по траве, даже если у вас погода позволяет черпнуть этой энергии, энергии Земли. Ведь мы, женщины особенно, да, созданы из интуиции. И чтобы пробудить свою женскую энергетику, да, и почувствовать в этом пространстве воединство с природой, нам часто рекомендуется соединение с природой. А соединение с природой – это походить по травке, если есть такая возможность, да, босыми ногами. И таким образом мы, женщины, да, напитываемся женской силой, женской энергией. Потому что сама женщина – это богиня, богиня Земли. Соединитесь с природой. Если нам погода или что-то не позволяет походить босыми ногами, если мы, допустим, в городе, мегаполисе, то лучше всего пообниматься с березками или поговорить с ними. Знаете, есть такая практика, называется родовая практика. Это когда две березки стоят вот так вот вместе, соединены. Потом они расходятся. Можно, закрыв глаза, представить свою маму и папу, даже если их нет в живых. Поговорить с ними, попросить помощь рода, исполнить ваши желания. Просто поговорить, как вам их не хватает. Что у вас наболело на сердце, на душе. И надежде на то, что они услышат. Подумайте об этом. Соединитесь с этими березками. Поговорите, пообщайтесь. Эта практика называется «Помощь роду». Также тайная жрица дает нам изучение тайных сакральных знаний. Они более глубинные. Например, как нумерология, карты Таро. Это все в глубине, то, что недоступно, допустим, любому, да, человеку. Также пробудить свою интуицию. Будьте счастливы. С вами была я, Наталья Гудкова, и мой прогноз на 26 сентября. Пока-пока.